Ярке. Вот вышла с парома, хочу найти интернет, зашла до кафешки, и как-то странно мне отвечает с таким удивлением, что я спрашиваю Wi-Fi. Попробуем еще в одну зайти. Hello. Yeah. Do you have Wi-Fi? Internet Wi-Fi? Yes, we do. Yes? Okay. Зашла в кафешку, в эту африканскую кафешку. И договорилась с коучсерфингом. Мальчик из коучсерфинга, что с вами буду много ночевать. Он работает до 12 часов ночи. И сказал, чтобы я дал мне оставил свой номер телефона и сказал, чего подходить к его работе. Он работает в этом ресторане. Вот, и это оказывается еще недалеко. На общественном транспорте это 19 минут. Я посмотрела в Google на карте. Ну, в общем, это еще и центр, ну, то есть от меня тут вообще пешочком. Сейчас пройдусь, еще прогуляюсь. Вот сейчас покажу. Что-то я не то сделала. Так вот жизнь рулит. Иду по вечернему Таллину. Слышите, такой одуренный запах липы. Вон там вот она растет. Я только что оттуда пришла. Сидела в кафешке. Оказывается, кафешки в 10 часов закрываются. Вот как-то тут вот тоже, видите? Вот, поймала Wi-Fi, не могла никак оторваться. Все домики раскрашены в разные цвета. Такой большой город и, в принципе, видите, очень чистый. Ну, запах липы стоит просто вот от одного перекрестка к другому. То есть, вот я так понимаю, или акация, наверное, это акация. Но запах просто одуренный. Смотрите, все кафешки закрыты уже. Вон одна какая-то. Смотрите, какой домик красивый. Вообще, в принципе, знаете, очень аккуратная и красивая архитектура, такая неброская здесь, на этой улице, но все так чисто. Вот как-то вот такое слово подходит. Опять пахнет дуренно. Просто вот запах стоит просто в воздухе. Вот такой вот вечерний. Боже, где я нахожусь? Стокгольм. Так быстро меняется мое место дислокации, что я потерялась. Не говоря уже о том, что в днях я потерялась, я уже и в городах потерялась. Пройдемся по вечернему Стокгольму. Сейчас
11 вечера.